В Гане более 70 человек погибли в результате столкновения двух автобусов. Инцидент произошел накануне неподалеку от города Кинтампа. По одной из версий, один из водителей уснул, в результате чего его транспортное средство вылетело на встречную полосу. В результате аварии один из автобусов загорелся. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Республики Гана Нани Акуфо-Аддо.